Лучше две ноги скрещены и менее прямая спина. Но как бы я сяду одна нога скрещенная и более прямая спина. Ну, потому что, ну, как бы, есть разные варианты. Вот если вы ногу, допустим, закладываете на другую ногу, одну, а другая внизу, то это лучше, чем две просто перекрещены. Если нога выше поднимается, чем бедро на бедро ложится, то тогда это круто. А если вы можете сесть скрещенные ноги, и одна еще выше, ну, да, вот так это называется, пол-лотос, это вообще тогда крутизна. Но если вы не можете вот так полулотос сесть, допустим, да, тогда вы просто одну ногу опускаете, а вторую кладете на бедро. Это будет лучше, чем перекрещенные ноги две. Понятно? А те, кто внизу сидят, можно ли полулотос или лотос, вот так не надо сидеть, это неправильно. Пока можно. А потом или ногой. Если кто-то хочет встать, вставайте с краю везде, по краям. Если кто-то стоит, будет прямо стоять целый час, по краям все вставайте. Когда вы будете повторять «Я желаю всем счастья», старайтесь услышать мое настроение. Также настроение не только тех, кто молится, а мое, потому что я вас веду за собой. Я буду изменением голоса вам помогать углубляться. Если мой голос меняется, вы также меняете свой голос и будете углубляться таким образом. Если вы чувствуете, у меня ничего не получается, сразу настраивайтесь только на мой голос. Я буду прямо вам помогать в этот момент. Я почувствую, что кому-то нужна помощь, и буду вам помогать. Если вы чувствуете, ничего не получается, все, сразу меня слушайте, забудьте про себя и про тех, кто поет, и у вас все получится быстро. Если вы чувствуете, что вы не можете дальше повторять, вам тяжело, вот вы очень сильно устали, это значит, что вы пришли к блоку психическому. Пожалуйста, в это время, если вы не больны, здоровы, то просто скажите себе со всей силы: нет, у меня все получится, я не устала, я буду продолжать. И в этот момент вам станет легче. Или через какое-то время. И все время ваше состояние внутреннее будет меняться. Это значит, что вы прочищаете себя, то есть у вас меняется все. И не надо этого бояться. Бояться вообще ничего не надо сейчас во время этого мероприятия. Любой страх означает ухудшение самочувствия всегда. За исключением тех людей, которые больны. Если вы чувствуете, что болезнь усиливается, вам стало плохо, что-то болеть начало, мутнеет сознание, сразу вышли из зала, там легче сразу станет. Вы выйдете сразу, как только за дверь зайдете, из области.